Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы продолжаем проходить Hustle Castle. На меня было нападение, и как видите, я проиграл. Ну да ладно. Бойцы у меня 44 и 29 уровень. Слишком слабенькие. Так, ну что ж, давайте здесь соберем все. Так, повара растут, алхимики у меня тоже растут. Яблоки. Яблоки нам нужны. И чем больше их, тем лучше. Дровосек. 11 уровень получил. Ну и естественно у нас тут, ребята, орки на карте. Пора, наверное, их немножко потеребить. Так, подождите, тут у меня малыш ходит. И он уже стал взрослым. Ёлки-палки, вот, ребята, почему-то сейчас после обновы однозвездочные жители у меня рождаются. Как-то очень странно это все. Я уже, наверное, штук 6 выгнал за то, что они были однозвездочными. Так, спасибо вам, ребята, за подарочки. Очень ценю это. Ну, а я вам уже отправил. Так, улыбочки. Ну что, я думаю, нам пора сходить на карту и навестить наших старых приятелей, орков. 194 тысячи мощей, почти 195. Ну а у жалких орков, как вы видели, 60 тысяч. Так что никаких шансов здесь у них нету. Не будет и никогда, поверьте мне. Единственное, что мне от них нужно, это сундуки. Больше ничего. Ну и естественно, я, конечно, бы не отказался бы, если бы с сундуков выпадали бы шмотки или оружие. Так что давайте сделаем так, ребята. Как это назвать-то? Оркофон. Будем сейчас бить орков без перекура. Давайте, идите сюда, родные мои. Пора очистить лес от вас. Вы уже тут всех достали. Так. И последний, отлично. Добили. Победа за победой у нас будет сейчас, ребята. Продолжаем. Так. Ну, практически на каждой карте, ребята, у нас есть орки. И причем по две штуки. Так что это получается у нас, ну, прилично. Главное, чтобы у нас хватило яблок. С яблоками у нас проблема, причем очень большая. Есть еще надежда на то, что с ваших подарков я вытащу по 3000 яблок. И в общей сложности там получится 21 тысяча. Да, маловато, конечно. Но лучше так, чем без всего. Давайте этих раздеребаним тоже. Троечка. Великолепная троечка смертников выбежала на меня. Что-то как-то хиллер плохо работает, ребята, вы заметили, да? У меня боец с пол хп. Так же, как и маг, и он ничего даже не делает. Странно. Поехали далее. У нас уже 10 сундуков, ребята, так что будет что пооткрывать и посмотреть. Давайте, идите сюда, родные мои. Да, надо мне что-то делать с брониками, ребята. Броня уже не котируется это. Надо получать фиолетовую, ну, на худой конец красную, как у арбалетчицы. Так, 11-й сундучок у нас в кармане. Что, давайте, наверное, вот этого добьем. И, может быть, ну, посмотрим по ситуации. Может быть, поставим отхиливаться, чтобы уж не так сильно было критично. И будем открывать сундуки. Да нет, ребята, мы еще живем, так что пучком все. Так, 12. Отлично. Следующая партия пошла. Они что-то все здесь одинаковые. У них по 63, 62, 64 тысячи мощей. То бишь, абсолютные ложки. Конечно, после обновы разработчики могли бы сделать, что если, например, уровень персонажа, точнее, не уровень, а мощи персонажа, например, 200, там 150, соответственно, делать такими же и орков. И еще было бы неплохо, если бы за них давали бы опыт. Если они смотрят каким-то макаром этот обзор,
то пускай прислушаются к этому мнению. Я думаю, что многие бы со мной согласились. Так, отлично. Хотя, может быть, после глобального обновления будет что-то изменено. Лишь бы только в лучшую сторону, не в худшую, как они обычно делают все. Портят игру последующими обновлениями. Ну что же, давайте еще вот эту партийку раздеребаним. Ну давай, 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 ложись уже спать, все, хорош. Эти два тут в распашонках стоят. Какие-то надели, я не знаю, блин, железные лосины и бегают здесь. Ну что там опять, кто, где, не вижу. Ага, Каспер. Да, кстати, Каспера давно что-то не было слышно. Наверное, занят своими делами. Так, 71 тысяча. Все равно разделебаню. Даже не потратил ни одной магии, ребята. Так, упал, но его воскрешает, отлично. Да, было бы неплохо, если бы у орков тоже были бы маги. Так, немножко разнообразили бы, как сказать, геймплей. Воу, мы еще и синий получили сундук, отлично. Так, ну ладно, ребят, давайте этих всех на отхил и приступим открывать. Все вроде бы, да? Отлично, ух ты, сколько у нас здесь сундучков. Ну что же, ресурсы пошли, и это хорошо. Так, ну как я говорил, по 3000 яблок с каждого сундучка подаренного. Так, здесь он что? Неужели одни ресурсы будут, а, ребята? Что-то вы пожадничали на шмотки-то, ребят. Вы... А, нет, вот, кто-то сделал доброе дело. Спасибо ему, кто бы он ни был. Так, а теперь начинаем скрывать обычные сундуки. Синенькие оставим напоследок. Оу, броня на мага, 49 уровень. У меня, к сожалению, таких пока нету раскачанных, ребят. Так что... О, арбалет. Слушайте, по-моему, у меня такой же. Так, отлично. Деньги идут. Так, а вот это что? 49 уровень. Блин, да что ж такое-то, а? А на мой-то уровень дадите что-нибудь? Наверное, ни хрена. Да, ребят, надо будет, кстати, еще посмотреть, на что нам копить деньги. Что мы будем с вами развивать. Тем более у меня один работяга свободен, так что вполне сгодится на какую-нибудь постройку. Ну что, все, и синенький в заключении. Так, на алхимика 23 уровень, ё-моё. Алхимиков у меня таких тоже нет, к сожалению. Так, забираем сундук за прогресс. Скрываем его. Что тут? О, ножички. Но слабенькие, к сожалению. Так, ну что же, хорошо. Давай сравним. Нет, ребята, мой арбалет даже будет лучше. Так что... Фуфловый он, одним словом. Хотя, если бы у меня не было бы моего, я, естественно, бы поставил этот. Так, дровишки, улыбочки, яблочки. Да, с яблоками, конечно, вообще. У нас полный, как сказать... Провал. 113 тысяч. Ну что же, смотрите, у нас миллион, да? Нужно миллион. Или же мы можем с вами сделать... А, улучшить эту колодец манны. Так что придется, ребята, немножко по-пвпшиться, понападать на игроков. Давайте выберем кого-нибудь хорошего в плане ресурсов и будем его крушить. Так, 49 тысяч тут, 17. Блин, что-то какие-то слабенькие тут стоят у меня, ребята. Так, 49, 19, 18. Ну, я так не играю. Неужели нет таких, у кого много денег есть и дерево? Блин, придется, наверное, ребята, разбирать слабеньких ребят. Никуда от этого не деться. Так, а тут смотрите, да?
139 тысяч всего, и он меня разбомбил. Но знаете почему? Потому что у него уже крутые шмотки. Давайте-ка глянем, как вообще это все дело было. Смотрите. Вы смотрите, что они делают с моим воином. Они просто его разбомбили. Кстати, здесь, да, еще один нюанс я заметил. Все маги у него одеты в магическую броню. Не в доспехи, как у меня, а именно в магическую. Соответственно, они полностью используют потенциал магии, мощь магии и так далее и тому подобное. А у меня в брониках, соответственно, очень много чего теряют. Ладно, раздеребанил так раздеребанил. Ничего с этим не поделаешь. Ну, а мне придется атаковать слабеньких игроков и как-то скапливать себе на миллион. Ну, давайте вот с этого, наверное, и начнем. 73 тысячи, практически как орки. Так, ну что же, ножички уже, в принципе, для меня вымерли. Я предпочитаю топорик. Ну, а если бы у меня был уровень повыше, я бы, конечно, взял бы себе меч. Ух ты, смотри, как круто, забомбил. Но не тут-то было. Все, маги слегли. 50 тысяч золота мы получили. Но этого очень мало. 826 тысяч общего количества у меня золота. Это еще нужно 174 тысячи. Ага. Это придется мне практически зачистить карту. Но судя по яблокам, вряд ли у меня это получится. Так, 16 часов еще будет казначейство мое делаться. Это очень долго, ребята. Хоть действительно строй колодец маны. Ладно, мы сделаем так. Сейчас повоюем, пофармим ребят. Если скапливаем на миллион, то, естественно, будем что-нибудь хорошее делать. А если нет, придется делать колодец манны. Ничего тут не поделаешь. Так, ник. 47 тысяч, да? Ну, давайте его тогда немножечко поколотим. Так что, ребята, еще раз говорю, если кто-то попадается из моих подписчиков или друзей, гостей, знакомых, то ничего личного нету, просто фармим деньги. Представляете, что это просто фан. Сейчас вот это сказал, а сам про себя подумал, да, представляю, стоишь такой, да, у тебя каждая монетка на счету, приходит такой здоровый дядя, грабит тебя и говорит, ну ты не обижайся, это всего лишь фан. Да, моя бы реакция была, конечно, бы очень плохой. Так, ну что же, забираем прогресс, точнее, сундук за прогресс. Ну и скоро мы тут еще заработаем немножко, судя по тому, что нам осталось. Кстати, да, вы заметили, новые задания здесь даны. Это очень хорошо, но они какие-то долговыполняемые. Ну давайте, ребятушки, вскроем сундучок, посмотрим, что у нас. О, вот это замечательно, ребят. 368, это надо срочно идти к моим дровосекам и смотреть, что у них. Вот, в принципе, уже и нашел, кому можно это поставить. Отлично. 296, интересно, у меня есть какие-нибудь дровосеки? Нет, не подходит. Тоже не то. По-моему, ребята, а вот, вот это вроде бы, ну-ка. Да, здесь стоит поменять. Отлично. Так, ну а алхимиков, конечно же, у меня нет прокачанных. Ну что же, ребят, мои вылечились полностью. Возвращаем их. Блин, 71 тысяча яблок. Сколько я еще смогу сделать походов? Ну, если судя по... Сколько там, я чуть не понял. Сколько у меня за поход берут яблок, а, ребята? Давайте сейчас. Ага, 22 тысячи. Ух, ребята, это только 3 похода я смогу сделать. Так, кто здесь кого? Ух ты, я, по-моему, здесь рулю. Хоть у него и 5 бойцов, как у меня, но, как видите, все довольно ватные, поэтому падают. Отлично.
забираем деньжата. 50 тысяч. И того получается. Слушайте, вообще-то мы вполне сможем накопить. На два похода мне еще хватит, но при условии, что эти два похода будут полностью победоносными. И по 50 тысяч, хотя нет. 50 или два раза по 40. В общем, нужно нам... Сколько тут? 52 тысячи. Нет, 62 тысячи. Это, в принципе, мы сейчас быстренько сделаем. Они у меня отхилились. Давайте быренько найдем подходящего клиента. 36-37. Вот, вот это вот подойдет. Давайте возьмем магию. Поставим что-нибудь на замену. Отлично. И начнем его деребанить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 162 тысячи. Ну давайте попробуем. Хотя я чувствую, что здесь я проиграю. Почему-то такое ощущение у меня. Смотрите, как у меня быстро разбили воина. Пришлось мне тратить фаербол. Блин, у него ресельщики есть. Это плохо. Или хорошо? Нет, плохо, ребята. Черт, подери, вот эта вот стрела, стан, который дает, мне бесит. Чертов воин из-под тяжка сзади. А, нет, все, ребята, он продул. Все маги у него слегли. Что ж, это очень даже хорошо. Мне это порадовало. Ну, естественно, мне их придется немножко вылечить всех. И остается всего лишь 12 тысяч нам, ребята, получить. И мы сможем что-нибудь хорошенькое с вами запустить на постройку, на улучшение здания. Так, деревяшки. Все это хорошо. И бойцы. Бойцы очень долго, ребята, у меня качаются в тренировочной. Вы видели там по 5-6 часов уровень. Ё-моё. Ну, а уже про здание я вообще молчу. Скоро будут такие, которые неделю придется делать. 370 золотых, обалдеть. Все спустил, браток. Так, ну что, блин. И самое еще обидное, видите, пока строится у меня здание, апается. Я абсолютно без денег. Так бы, естественно, при каждом заходе в игру я бы снимал казну. И деньги копились бы. И, возможно, не пришлось бы мне никого здесь бить. Ну-ка, смотрите-ка. 2 часа. 3 часа. Поварята мои учатся. Ну ладно. Все? Да, все, они вылечились. Возвращаем их. И делаем сейчас элементарно один-единственный поход на первого попавшегося. Ну, лучше, конечно, который будет побогаче. Ну, вот, например, этот паренек. Да. Это наш заключительный бой. Сейчас мы его порвем. Так, я всю магию там спустил, ребята, на тот бой, который до этого был. Так что все-таки на замок нападать очень, как сказать, ресурсоемкая работа. Вот я бы так выразился. Потому что очень много тратишь магии. Ну, а без нее здесь практически никак не вырулить. Так, этого порвали. Ага, ресерчики, значит, тут стоят, да? И хилер, стопудняк. Ну, это его не спасло, как вы видите. Лучник упал, все. Теперь осталось нам, ребята, определиться, что мы с вами будем делать. Монетный двор, кухня. Ага, монетный двор и кухня. Ну, судя по тому, что нам в последнее время не хватает еды, я думаю, будем развивать с вами кухню, точнее поваров. Давайте улучшать. 2 дня придется нам ждать, ребята. 2 целых дня. Но без этого никуда. Нынче вот такие у них запросы. Я сундучок получил. Давайте глянем, что здесь выпадет нам.
И так. Ого-го-го, это что-то такое. Это бензопила для моих дровосеков. И я, по-моему, знаю, кому я ее поставлю. Так, идите сюда, мои родные. Ну-ка, покажи. Да, я чувствую, тебе в самый раз оно будет. Нечего тебе там с рубанком бегать. Так, ну-ка. Да, вполне пойдет. 356, да? Так, где он? Подожди, не могу найти. Рубанок. Тут 372, не пойдет. Слабоват. Ой, ребята, рубанок, короче, у нас не котируется. Его можно, в принципе, вообще выкидывать. Ну, разбирать, естественно. Ну что ж, дорогие мои, наверное, на этом я буду завершать этот выпуск, потому что яблок нет, мы сейчас ничего с вами сделать не сможем. Здание у нас строится, и мы с вами увидимся в следующих выпусках. А на этом все, всем пока и до скорых встреч, ребята. You can't stop bounce.